позиции, взял веревку. Да. Куда накидаем сейчас? Сколько посадить? Да хуй, сколько там еще дыма? Блять, двадцаток есть точно, наверное. Была. Может вот так высыпать? Сыпануть? Ну. Сыпануть? Ага. Да. Да клики заебали там, блин. Ну сейчас выкинь. Это у них жабры, да, порваны? Уже сортирую, что, хватит? Вот этого большого лопаты кидать. А это карась. Ну, заебись. Хватит. Хватит, хватит. Трызина. А это амур, да? Смотри. Сейчас повеси на крючок. Глаз нету. Видишь, он разорванный. Баклан его въебал, наверное. Может быть. На удочку что поставим? Он же горит. Че? Приедем, удочки здесь расставим. Хули они, блядь, стоят. Ну, куда выйти, где ноги? Куда выезжали на машине? Там же хороший такой. Тишина. Подальше отсюда ебанет. Включено. Да. Че эти, Лень? Ну, вот эту взять еще мою палочку сварить. Мерку, да. Давай. Просто жопа. Чамара ты, блядь. Ладно, толстопопый. Все, кина не будет. Нигде ничего не передавлено. А я говорю, шланг не передавлен у нас. Может быть.
Пашка, на угол, да? Сверху, ну. На угол, с этой стороны, с правой. Да, сейчас подойдем, глянем, что там. Ну. Они уже скосили, может, тюкуют. Значит, вывозят. Немного. Да нормально. Нормально, нормально. Да. Его бы можно внизу поставить. Здесь яма хорошая. Ну да, тоже приличная. Это 2,20. Да. Тогда сидел здесь садник. Где-то так. Ну там вообще палкой не достали. Где там, да? Ну. Там вообще жопа. Большая. Че, выше? Щелкнул. Он длинный. Прикинь, а если бы мотовила было еще меньше, он бы еще длиннее был. Вообще бы устал. Чё ты крайнюю вытаскивал бы? Ну, ты как Вицин, блядь, а не Никулин. Самый нижний горшок из стопки.
Я держусь. Там вон ту камыши, ну, надо будет заломить тоже. Он туда не достанет. Все? Ух, нифига себе. Не достанет, Паша. Что-то он слишком бойкий. Нормально. Ну-ка, круг, да, еще. Вон ту не достанет, не запрыгнет. И все, он уже устал. Забил тучку. Может, как вдоль бережка. Может, да. Да. Малек здесь есть. Здесь бы как бы и мелководье, он будет подходить. Этот будет охотиться на камыша, и вот он, оп. Ну нам все. На этот Ёлкин постовок мох. Это и Паша. Офигеть. Рябь идет, смотри, ветер дует. Да. Вот эту же он палку у нас сломал, Паш. Хряпнул палку. Вон, блин, экологи. Любители всякого писанина. Или как там это правильно говорится. Вон, посмотрите, что в воде. Это, ребята, все с Китая бежит. А то начали там тапками кидаться, блин. Сигарету в воду бросил, блин. Да сюда же, наверное, Паш. Сигареты где на этом? Я говорю, сигарета и пачка даже, она растворится. Ничего не будет. А вот это, вон, посмотрите, по берегу что творится. Все с Китая бежит. Китай хорошо помогает. Там вот еще не заснял бутылки китайские красные из подводки. 50-градусные. Водовка? Да, Китай-то вот он рядом. Мы же намного выше Чирынки уехали. Так что... Ты чё? А, ты за этот привязал, что ли? Да. Ты посадил уже? Да. Здесь, Паш, под парусом хорошо ходить. Давай покатимся потихоньку. Она сейчас будет задувать сюда, к берегу. Я ж не курю. Не куришь? Не дурак. В джигиду тебя завести, что ли, блин?
Вон самоловка чья-то стоит. Китайцы. Слушай, солнце в шары бьет, бля, ничего не вижу. Я зажигалку не тебе отдам. Ну, мою там мне. Ты же не куришь. Ну, я костер чем разжигаю? Кремнем и кресалом. Чиркач, да? Ее выкинь. Здесь мелко везде. Здесь мелко было. Здесь везде мелко было, а? Тебе говорю, здесь этот стоял же, блин. О. Да, чем-то. Дерево. Давай палку заберем. Не будем, да? Лучше ниже сейчас спустимся туда. Здесь? Выдергивай ее. Ну давай сейчас здесь этот померяем, да. Ну он вот эти вот по меликам-то тоже ходит, Паш, по заводюхам. Сюда раз должен он быть здесь. Вот здесь мерь. Во. Вот это уже ближе. А что это вон сверху?
что тебе порулить? Давит? Да. Ставь. Ставь, чё ты? А здесь он к берегу идет. А здесь к берегу идет. Жирного тебе. Блять, мне нравится, как сазаны сгибаются, делают. Все? Блять, за веревку зайдет он, да? Зайдет, может. Но он бегает хорошо. Вот так не заплузанный. Ну давай подойду, закинь ее на эту, на планку. Должен выйти вот так раз. А, ой, да ну нахуй. Фу, опять Генкин, блядь. Чамара ты, блядь, болотная. Мои наоборот он любит, блядь. Подошел, хап, и ушел. Все за лошадок поставил.